И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть. Это новый цикл, но я продолжаю играть в Crossout. Да. Те, кто был на стриме по Crossout, те знают, что да как-то где. Но с этого момента много чего изменилось. Ну, во-первых, я изменил полностью машинку свою от и до. Чертеж у меня сохраненный под названием Гринер. Давайте его даже так лучше сделаем. Ой, господи. Во! Вот так его сохраним лучше. Выставим. И если вы захотите смотреть мою сборку, то, пожалуйста, ищите его на выставке. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Ну, я думаю, поисковик какой-нибудь здесь есть. Нету. Все дерьмово, да? А, нет, вот есть. Ну-ка, давайте найдем тот самый Гринер. Гринер. Эй, алло. Ну, блин, я язык переключаю же, вот. Гринер. Вот он его, собственно, и нашел. Как видите, ну, то есть, будете вводить мой ник и будете находить все мои сборки. Я буду 1, 2, 3 их сохранять и так далее. В общем, потихонечку, потихонечку, полигонечку я буду выставлять свои сборки. Те, которые будут хоть как-то эффективны. Если по-простому говоря, там внутри у меня стоит одна бочка, охладитель, домкрат. Здесь у меня стоит сумочка, которая добавляет какую-то плюху и так далее. В общем, все, что захотите, все посмотрите. Ничего сложного в этом плане нету. Также рынок. Как видите, у меня есть 21 копейка. Да, я подразобрался с рынком, уже знаю, что да как-то где. Здесь у меня есть маленькая история. Маленькая история из трех страниц. Покупки до продажи. Как видите, все деньги у меня сейчас вложены в покупку и немножечко продажи. Вот. Ну, посчитать вы и так можете. Сколько у меня денег? Что-то около 44 монет. Целых монет. Кредитов, наверное. Вот, где-то так вот он. Бензина у меня сейчас соточка. Как бы потихоньку. Бочку, кстати, да, я почитал там. Одна бочка. Ну, по-простому говоря, от двух бочек эффект не складывается, поэтому я ее одну оставил. У меня тогда очки мощи уменьшились. Вот, и, соответственно, эффект остался тот же, а мощь уменьшилась, соответственно, немножечко уже, может быть, будет полегче. Сегодня пройдемся, так, что у нас, защита, каньон, так, ну, пройдемтесь, давайте по PvP. Это новый цикл, я буду смотреть, как, что, где, в целом посмотрим, что, как я буду выпускать ролики. Вот, ну, пока что я рассчитываю на то, что в понедельник у меня будут выходить ролики по кроссауту. Блин, прикольно. Я тут себе трайцикл делал. Господи, такая гадость. Поворот, входишь, ты просто заваливаешься сразу же. И все. И кобздец. Дебилов у нас в команде тонна. Вон они. Вражины. Если в чё, вот так вот я прострелами стреляю, это чисто у меня на мышке двойной клик есть. Вот, я с помощью него так простреливаю, так разброс меньше. Приходится на него жать. Настраивал кликер, но мне так стало влом его настраивать, чтобы это он хоть как-то стал получше, и я плюнул на это дело. Воу! Мне жопу оторвало нафиг! А там со спины зашел гнида. Так. Поддержка огнем. Ёб твою ж налево, у меня просто колесо. Ну, если что, у меня, кстати, сзади тоже ведомое стоит колесо. Как видите, оно тоже поворачивается. Но у меня просто одно поворотное, другое бесповоротное. Только такие были колеса. Вот, к сожалению. Поэтому я поставил именно их. Так, я стараюсь отстреливать пушки, если что. Как видите, пушки отстрелил. И все, можно спокойно стоять и настреливать на него. То есть чисто в кабину. Да, но только у него здесь есть эти дубные лезвия, поэтому чутка такая тактика в этом плане была неудачный показатель. Просто предыдущий бой сейчас бегал, вообще идеально получилось.
Oh yeah. Эх, промахнулся, бедолага. Офигеть! Офигеть, я затащил. Причем реально я затащил. О, да! Еще один анкорд получил. Да, здорово! Пошла жара. Как видите, бензинчик я потихонечку получаю, и тут будет двоякое чувство. Продавать его или же самому использовать. Но, понятное дело, я буду продавать. Я использую по максимуму все, что можно продать. В том плане, что, во-первых, почему я буду продавать? Ну, а какой мне смысл от него? Если я по факту играю очень редко. Вот, поэтому я его буду продавать. И получать себе ресурсы. Кстати, двойной клик не обязательно, но чтобы у вас был на мышке. Я просто ненавижу эту карту, здесь на мосту меня часто убивают. Поэтому я вперед не пойду. Вот, просто достаточно кликать почаще, и все. Вот, как видите, очень крайне удобно. Вблизи-то, конечно, я сразу же зажимаю. Опять ты! Не, на этот раз у тебя есть все шансы меня бомбануть. Слушай, это у тебя бочка там? А, нет, это у тебя тент там. Ё-просоте! Матерь божья, вы что творите, придурки? У меня просто одно колесо осталось, наверное. А! Ха-ха, у меня остался просто кузов. Такс. А, не успел. Я хотел рвануться. Чутка не получилось. Ну, ладно. В этот раз они уже знали, на что рассчитывать им стоит. Так, ну давайте уже досмотрим до конца. Три анкорда. Ну, в основном у всех три анкорда. Это, наверное, уже чувак какой-то фракционный, потому что, видите, у него кузов вообще от баги. Ну и, понятное дело, они пошли. Ну весело, у нас 6 их 8. А, это ливают. Фу, нормально. Я уж думал, изначально так было весело. Это просто донищенские люди ливают. Нет, я досматривал себя до конца. Потому что мне очень даже интересно, что будет, да как будет. А еще иногда можно там помощь получить. Ну, вот, типа поддержка огнем. А еще все равно есть шанс еще победить. Ведь я же тогда затащил. 1-1 остался и затащил. Шанс же был. Ну, здесь, конечно, 4-1. Здесь шансов нет. Но хотя он целиковый. Оу, yeah. Вот это было клево. Я хочу себе такую пушку. Я хочу, чтобы... Бум! Пару пулеметиков и хорошую пушенцию. Все. Здесь уже все. Надо было ему самоуничтожение делать. Ну что, победа, поражение и левелап почти. Почти. Погнали в гараж, погнали в другой какой-нибудь режим. Мне очень нравится эта игра тем, что с пулеметом победа. Отлично. Мне нравится эта игра тем, что здесь все быстро происходит. Все очень быстро происходит. Погнали за кабинкой и поедем рейды съездим. Рейды. Вот. Огорцуем чутка. На них. Все-таки раз в неделю будем выпускать. Да, вот такая топтология. Вот. То буду кататься и там, и там. Я во время, то есть, ну просто иногда сам играю, захожу. Вчера вот, наверное, с часочек, наверное, с Шуриком погоняли. Вот. Ну, я зашел, смотрю, он онлайн, ну, я ему кинул предложение, он сначала не ответил, вот, а потом уже это, он мне написал, типа, можно со мной поиграть или нельзя? Ой, а что это сумочка у меня там так болтается? А так должна, да?
Даже, надеюсь, не отваливаются. А я прикалываю, сумочка такая. Там вот что-то 1% чего-то там дает и так далее. Погнали. Срочно. А кого вы там палите? Я же никого еще не вижу. Ага. Поддержка огнем. Вот, как видите, я даже на такой дальней дистанции могу просто крушить рожи врагам. Ну, не только я, конечно, но такими прокликами я могу сделать хоть что-то. Вот, сейчас я просто кликаю сам по мышке. То есть, как видите, тоже вполне все легко и просто. И могу сделать хоть что-то. Да, поддержка огнем. Победа! Уу! Здорово! Здорово! Наконец-то я за кабиной прошел. Блин, это офигенно. Колесо малое. О! Это которое бесповоротное. Здорово. Хотя мне, пожалуй, бы второй поворотный не помешало бы. Механики, 6-й левел. Уровень, так, чертеж, рабочая лошадка, борт фургона, отлично, решетка, край фургона, бампер газели. Так, ну мне, конечно, бы не помешало бы, чтобы общее количество деталей увеличили бы, вот это было бы вообще бы супер. Кстати, мне сегодня дали вот этот фрагмент календаря, компонента, мне вот такую фигню дали сегодня. Бампер газели, ёптель-моптель, хочу бампер газели. А чё лучше, бампер газели или вот ты? Ну-ка. Так, ты у меня урон 2 полосы. Ага, бампер газель Баси Аби будет. Бампер газели. Уе. Ну, кстати, вот это, наверное, зря я так на решеточке-то поставил. Их. У них единички-то вообще там. Дамага-то вообще у них нету, это я так ради прикола поставил. Ну теперь-то у меня красивее все, поэтому я могу сделать вот так вот. Так, и сюда... О, малое колесо. Хотя нет, давай-ка я не буду малое колесо ставить. И давай поставим малое колесо. Такое. Вот, как видите, все очень даже здорово. А, ёпта. Погоди. Во, у меня конструкция была неровной. Оу, теперь она ровная конструкция. Хотя, не очень, конечно. Ну ладно, в целом уже получше стало. Так, что у нас дальше? Решетка радиатора, но это все фигня. Что еще мне дали? Что мне еще дали? Борт фургона мне давали. И вроде бы край фургона, да? Что там пишет? Повышает структуру машины на 22. Структуру машины повышает. А вот это уже здорово. Значит, есть смысл ее надеть. Так что сделаем вот так вот. Так. Вот так. И вот так. Видите? Плюс 44 структурок сразу же дали. Так, понятное дело, сразу же все красим. Я хочу, чтобы у меня была вся машинка покрашена. Вот и два. Так. Что еще у меня есть такого веселого? О, это тоже дает структуру. Блин, здорово. Оказывается, так много чего дает структуру. А, только у меня уже детальки закончились. Точнее, ограничение закончилось. Так, вот эти 5 дает. Блин, прикольно, оказывается, столько много всего дает. Это хпшечку общую. Здорово, здорово, здорово. Тут машинка явно уже получше. Вот я ее сохраню. Себе. Вот, чтобы, как видите, она уже улучшилась, чтобы потом мне загружать уже лично для себя, загрузочка была уже более такая успешная. Так, ну что... Погнали, погнали. О, за пушкой открылась. За пушкой. Погнали за пушкой.
За пушкой! Да, если я пушку открою, это кардинально изменит все. И я очень рассчитываю на то, что в следующем бою, точнее в следующем видео, у меня будет стоять уже пушка на кабине. И я на это очень сильно крайне рассчитываю. Да, было бы очень даже неплохо. Ну что, погнали? Так. Да пошел ты, козел. Так, понятно. Это можно было через верх поехать, быстрее было. Ой, ёпта. Да, надо немножко на карту смотреть. Точнее, куда иду. Опять через какую-то жопу я поехал. Давай, чувак! Ну что ты, что ты вырулил так? Сам такой козел, понял, да? Там не заехать. Ага, там наш уже встал. Вот я там буду вставать, когда у меня будет пушка. А теперь погнали. Оу, yeah! Огребся. Пока мы палим? Там есть кто? Эй, мы что, так и выиграем, что ли? Нет, ну это же неинтересно будет. Ну-ка давайте быстро ко мне. Ой, ёп, твою ж налево. Эх, пошла жара! Или возвращайся. Ишь, цыгадёныш. Да уж. Есть. Дрифтинг. Так видите, ручничок. Победа! Блин, мы его почти убили. Ну ладно, тем самым бензинчик. О, колесо среднее. А вот это уже здорово. Да. И вот так вот мы сразу же на глазах у вас меняем себе машинку. Колесо среднее. Здорово. Только, походу, дело наставится... Ага. А, она через две не ставится. Вот это жопа, конечно, да, еще та. Ну, что поделать. Меняем структуру. Вот, пожалуйста. Только вроде бы сделал все как должно быть. И тут бабах, и все, по броне. Такс. Добылось колесо среднее, сразу все меняется. Ну, не беда. Не беда. Ставим крыло куда-нибудь сюда. А зачем? Вот так сделаем. Пущай будет. Теперь все полностью перекрашиваем. Здорово. Типа. Типа здорово. Ну да. Так, типа сюда. А ты и так уже на месте стоишь. Все ровненько, все ровненько. Все чинно и благородно. Так, отличная структура. Ну, все осталось то же самое, как и было. Так, снова сохраним. О, у меня там фракционный что-то открылось. Ну давайте посмотрим фракционный. Рабочая лошадка. Ну, мне, конечно, нафиг не нужна. Фигня, сзади он бампер, кстати. Сзади бампер. А спереди радиаторная решетка. Ну, кстати, тоже идея неплохая. Несколько структур поставить на защиту, а сзади хороший бампер. Здесь видите, какие колеса стоят и так далее. Ну, в общем, а у меня трактор, у меня конкретно трактор. Ну, вы сами понимаете. Вы видели хоть раз трактор? Обычный белорус, это, да? Сзади большое колесо. Нет, там, конечно, большое колесо. Ну, здесь сзади большое колесо, спереди маленький. Вот у меня трактор, все нормально. У меня трактор, вот мы газуем на тракторе. Трактор с пушками, все пучком. Вот, видите, да, тут еще сеточка бы так, и все, прям, конкретно был бы кузов. Все, у меня трактор, мне больше ничего не нужно, блин, пошел. Так, все, погнали. Фракция. Не то, гараж, бой. За пушкой. Че, времечко есть? Нет, давайте рейды. Если останется время, тогда уж пойдем защита. Останется время, тогда уж еще сгоняем на ПВПшечку. Ну а пока давайте сгоняем пару раз в рейды.
Чему бы и нет. Ну, пошла жара. Ну, я хоть не самый дрищ, уже хорошо. И будем рассчитывать на вот этих двух мощных чуваков. Да, мне эта машина уже однозначно прикалывает. Ну, в смысле, моя. Защита. Я в такую уже играл, мы в такую уже затаскивали. Здесь вполне легко все. Блин, я все пытаюсь кнопкой назад тормозить вместо ручника. Надо назад поставить. А, ну хотя да, ручник назад-то тоже нужно, блин, да, не проканать чутка. О, да, я тип даже попал. Прицеливания не хватает. Ох, как тут прицеливания не хватает, вы бы знали. Мне так постоянно охота нажать на прицел. Быстренький. Оп, оп, оп. Да хорош, придурки, что творите? Горлышко перчит. О, да. Помощник! Отлично. Бум! Защита успешна. Погнали дальше. Теперь нужно защитить точку здесь. Всего нужно защитить три точки, если что. Если вы на этом режиме не играли, то здесь все легко и просто. Защищаем три точки. И все пучком. В целом, миссия здесь несложная, я бы так сказал. Бум! О, да. Мне это нравится. Мне это однозначно нравится. Долбанные камикадзе, по-другому их не назвать. Маленькие легкие машинки ездят быстро. Как-то подъезжают, они взрываются. Ну не камикадзе ли? Осталось 6 врагов. Пошла жара! Бэбэнкс! Дай колеса, дай колеса, дай колеса! Жаль, отнять нельзя колеса. Блин, было бы круто. Маленький шанс на то, что ты отожмешь у него колеса, там, типа, может. Или какую-то запчасть там. Осталось 0 врагов, что означает, можно спокойно передать. Перелазить на другую защитную точку. Так, ну давай-ка здесь лучше проеду. Ну, кстати, на этой карте я еще ни разу не ездил. Ну, в смысле, в городе. Здесь поприкольнее. Я бегал и катался в каких-то развалинах. Вау, да, дрифтинг! Оу, shit, fucking! Я даже тебя не заметил. Реально долбанный камикадзе. Бэнкс! Трайцикл, блинский вас. Да, посторонись. Поберись. Внимание, появился босс. А это означает дополнительные враги. О, у меня переднего колеса нет, оказывается. Круто. Но у меня есть еще один респаун. А вон и босс. Ну, тот был прикольнее, у него какие-то шипы сверху ставят, точнее не шипы, а колья.
деконструктор. Эх, понеслась, родимая. Тихо, тихо, тихо. Да я пытаюсь вырулить, чувак, я реально пытаюсь. Защита успешна. Блин, они так быстро миссии проходят, мне это очень сильно нравится. Так, получил 3 купона, 5 меди, здорово, несколько ачивочек. И выполнил задание, где нужно пройти ПВЕ несколько раз, а именно 7 штук. Получил металлолом благодаря этому. Так что все здорово. О! Истребить пулеметом 50. Я уже 18 истребил. Клево. Дробовик в рейды. Блин, надо мне дробовик поставить. Точно. Я забыл просто, что для ПВЕ мне нужно поставить дробовишок. А чтобы поставить дробовишок, мне нужно убрать вот эту штуку. Охладитель. Эй, алло. Мне шиво только хотел убрать. Блин. Че, дармкрат еще? А, я не убрал его. Потому что я до него не достал. Вот, все, отлично. Теперь все здорово. Ой. Че-то пошло не так. Так, а здесь у меня стояла крыша. Тент, точнее, да, тент, правильно, тент же. Так-с. Ты что, на бочке, что ли, стоял? Ёп, ты вышел налево. Реально на бочке стоял. Так-с, ну и давай тогда уже борт фургона еще поставим. Раз уж на то пошло, раз уж я могу это дело сделать... Да. Увеличим себе немножечко здоровичка. Такс, и все, покрасим в зеленый цвет. Погнали снова в бой. Снова защита. Давай защита. Раз разницы никакой нету, то погнали в город. Новые миссии будут доступны. Ага, понятно. Вот они как меняются, эти миссии. Я думал, где же таймер-то? А он на самом видном месте. Погнали! Погнали! Да. Будем рассчитывать на то, что все получится. Но здесь теперь я сам Андрич, так что чуваки явно лучше, чем я. Блин, у меня тут это... Рабаш, я кнопки забыл поменять! Ой, не туда поехал. Точно, точно. Куда я поехал? С чего я взял, что туда надо ехать? Ну ладно, погнали. Оу, ее, блин. Благо я этот не убрал. Не додумался убрать. Ха-ха! Отлично, 0 врагов осталось. Пропускаю. А, да. Отлично. Затащили. Но остался еще один враг. Так что погодите-ка. Остался еще один враг, и он поедет именно сюда. Это маленькая замануха. Ну, я-то уже знаю, что нужно делать. Нужно смотреть на циферку сверху. Есть ли враги или нет. А, да. А вот теперь можно и туда ехать. Теперь они все враги будут идти именно туда. Я уже с вами, народ, не ссыте. Да, я как-то завернул не туда. Ой, у меня переднего колеса нету. Здорово. Вот это ж в натуре прям здорово.
Это, походу, мне пальнул в задницу свой. Помощник. Там нашего завалили, который там впереди был. Не, нормально, на трех колесах жить можно. Оу, да. Как рванул-то жестко. Говорит же, камикадзе долбанные. Ба-бам! Ба-бам! И еще один враг остался, вот он. Защита успешна. Кстати, от того, что я дробаш поставил вперед, он у меня может немножечко даже назад стрелять. Это тоже выгодная позиция, поставить его вперед на капот. Именно так далеко вперед. Так что тоже это стоит учитывать. Бэнкс! Стрелок! Бэнкс! Ангел смерти. Это если за 10 секунд убиваешь более двух. То есть, ну, более одного противника за 10 секунд. И это я уже прочитал, у меня там это была такая фигня. Внимание, появился босс. А наши лошары где-то непонятно где бегают. А, не там их перехватили. Понятно, где они бегают. Ну, а я вот точечку позащищаю лучше. Минус 2. Я манал вас, придурки. Господи, как на такой-то легкой миссии можно слиться? Два раза причем. Ну, потому что возрождение же есть у всех. У меня впереди колес нету. Я могу только теперь вперед-назад ездить. Пошел в жопу, не поворачивай меня. Я еще что-то получил, какую-то ачивку. Он меня повернул. Как так можно было сдохнуть два раза? Вашу Машу. Вот ж дебилы. Я лечу. Твою мать. Ах, даже охота написать в чат конченые дебилы. Блин. Ах, кошмар. Вот такие вот дела, народ. Так что не всегда... Есть у вас в команде кто-то хоть что-то может сделать. Ну да ладно. Так, ну, надо дробаш, во-первых, поменять. А, правая кнопка мыши. Погнали еще разок. Отлично. Быстрый бой находится, просто обожаю эту игру. Черт побери, это всего лишь бета-тестирование. Открытое бета-тестирование. О, бета! И так быстро находится бой. Я обожаю эту игру. Что же будет, когда здесь будет полноценная игра, когда здесь будет сраного туч народу и так далее. Ух, даже представить не могу. Твою мать, чувак, сорян. А, вездеход. Слушайте, интересно, а ведь реально же есть, можно создать какой-нибудь БТР. Так здорово. Реально БТР создать на несколько колес такой, бум-бум-бум, и поставить сверху пушку. Жесткую пушку. Конечно, на БТР не стоит не пушка,
Если не ошибаюсь, пулемет. Я, конечно, человек не военный, я это, во-первых, во-вторых, я не разбираюсь во всей этой технике, но вроде на батарее стоит пулемет. Хотя, может, и маленькая пушка. Не, вроде должен стоять пулемет. Хотя, я думаю, все-таки есть разновидность. Ну, в общем, мне обсуждать это нет смысла. Я верю в вас, знающих, если кто что знает, вы напишите в комментариях. Ну, если не знаете, ну что поделать, бывает. Мне лень смотреть, все равно будет этот 100%. Да, где-то еще один остался. Да его! Он так начал разворачиваться, я очканул. Потому что если я вообще попал под шипы его, точнее под лезвие, то что-то было бы фигово. У нас есть 5 секунд! Быстрее, давай я тебя подтолкну, чувак! Твою мать, сраные твои колеса. Я за них зацепился. И встаем на позицию. Шакс. Эффектно было? Ну, надеюсь. Оу, щит. Помощник 3. Ну, почти. Да. Пока мы стреляем. Ага! Ага! Пошла жара. Еще 6. Стрелок. Убийца. Я своей грудью прикрывал наш танкер. А да, я еще живу, у меня и есть еще одно колесо. Еще один есть выживший враг. Но где он? Это выживший враг. Защита успешна. Погнали быстрей! Времени нету! А я на трех колесах! И я не трайцикл! Я чуть не... А, да, я все-таки дуацикл. А, нет, я моноцикл теперь. О, да! Эсэ нафиг тролля! Не списывайте меня со счетов. Я тоже могу что-то делать. Сдохнуть я могу. Пим-пим-пим-пу. Все. Потому что времени точно терять нельзя было. Я не хочу еще раз просрать. Хватит проигрывать мне. На вас мне все пофигу, а вот мне хватит проигрывать. Поняли меня? Хе-хе-хе! Вот так вот. Просто смотрел смерти в глаза, и эта смерть от меня отвернулась. Навсегда. А, да, стрелок. Я завалил, я завалил. Кто завалил? Я завалил. Есть. Еще один остался. А, черт побери, у меня опять колесо оторвало нафиг. И, кстати, опять левое. Переднее. Черт побери. Еще у меня эти колеса отваливаются. Да, здорово. Такс, что у нас здесь? Помощник 3. Помочь убить 5 врагов, ни разу не умерев. 4. И 3 врага. Вот за что дают помощников. Ясно. Стрелок. Стрелковым оружием. Стрелковым оружием. 7 врагов стрелковым оружием. А здесь у нас деконструктор. Это отстрелил от врага
50 деталей, да, это то, что я могу. Отстреливаю детали, в смысле. Блин, один остался. Ну и как раз я сейчас выполню и это. Отличненько. Все просто здорово. Погнали еще один рейд. Теперь каньон. Ну, надо же хоть какой-то контент менять, топ. Ну, в общем, короче, погнали в каньон. Будем тащить. Ёб твою ж налево, а что меня так закинуло посреди боя? Я ж не ожидал этого. Ну, погнали. Мне один надо убить с этим, и один бой пройти с этим. Все. То есть, по факту, я этот бой должен выполнить два задания. Три врага, где же они все? Давай! Да ёб твою ж налево. Его защити, у нас еще два врага. Вот они где. Оба. Минус один. Защита успешна. Погнали дальше. Погнали дальше. Быстрее, 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 быстрее. Времени нет. Враг близко. Не там. Стоял не там я. Но вырулил я вовремя. Помощник зелененький. Так, ноль врагов. Есть время передохнуть. Смотрите-ка, у меня только 3 хп отняли пока что. И то, наверное, сам врезался в что-нибудь. Блин. Не, надо же как-то время скоротить. Ну да, пошла жена. Бэнкс! Придурок, чё таришь? Я думал, это враг врезался в меня. На всех парах. Затащили. Еще даже 17 секунд есть на то, чтобы передохнуть. Ну, тут конкретно прям что-то наши разошлись. А у меня еще до сих пор только 3 хп отнято. Блин. Офигеть, если бы не эти 3 хп, у меня бы даже, возможно, была бы какая-нибудь ачивка. Типа там такой красавчик. Затащили весь бой. Никто тебя не ранил, а ты дофига убил, да помог. Че-то типа того. Эффектный поворот. Оу, oh, е! Yeah. Блин, что-то я не туда смотрел явно. Бэнкс! Бэнкс! Что-то у меня от бамбер, он нифига не дамажит. Если честно. О, меня еще подамажили. Чуть-чуть. Я иду к тебе. Не взрывайся, пока я до тебя не доехал. Ой, чувак, сорян. Блин, этот фиолетовый значок, он порой смущает, в том плане, что наше синее, он фиолетовый. Все что ли? Чего ты вышел? Я даже босса не увидел. О, здесь что? А, ангел смерти, прикольно.
Да, сразу два задания. Ставь лайк за два задания. Отлично. Осталось только еще за сегодня поиграть немножко времени, ну и 14 часов в целом за неделю. Фух, здорово. Здорово. Теперь что же я буду делать? Рынок. Рынок — это, конечно, штука хорошая. Сейчас у меня имеется немало меди и немало металлолома. 773. Здорово. А это я типа покупал? Нет, это я типа ничего не покупал. Это я столько набил? Ну нифига себе. Так, хорошо. Тогда ставим на продажу. Хотя нет, на продажу не буду ставить, я тебя заворочусь потом. Погнали. Погнали теперь не ПВП, ну а не ПВЕ, а за пушкой. Погнали, сгоняем за пушечкой. Попробуем еще один разочек. Эй, без меня опять. Ну что ж вы за люди такие. Ай, я дробаш не поменял. Ну ладно. Погнали. Будем тащить. Тормози! О, здесь тоже можно проехать? Да ладно, здесь можно напрямую на базу проехать, что ли? Или нет? Нет, нельзя. Вперед. Ну, кто же знал? Ну, он поехал там, я типа такой думаю, ну, окей, там можно, смотрю, там типа это, а там такой резкий обрыв. Это была такая подстава. Пошла жара. Враг повержен. Так, ну на тебя вообще насрать? Нам вот это сначала надо было завалить, потом тебя. Самоуничтожение надо было включать. А теперь это наша территория. Поддержка огнем. Бабанкс. Oh, yeah. Вот так надо делать. Пришли. И теперь у меня правое переднее колесо оторвало. Да, все-таки за пушкой я отгонял удачно. Обожаю делать такое в играх, где есть гудок. Честно, не знаю за чего, но, блин, меня прикалывает. Да погнали, чё, господи, что здесь стоит-то? Ближе сдохну. Ты не ожидал? А я пришел за тобой! Совершаются победы. Пушка! Отлично! Отлично! Вот это был бой! Вот это было здорово! И я надеюсь, что вам этот выпуск также понравился, как и мне, и принес также много прикольных и веселых чувств. Честно, очень сильно понравился. Без склеек, без ничего это было. Все подряд, все вживую. Была одна пауза ненадолго, и все. Но это была пауза в менюшке. Так что, блин, так бы на стриме я тащил бы. Ну да ладно. Я буду машинку свою переделывать. У меня много деталей есть новых и прикольных. Вот. Ну, а на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. И на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.